В Харькове судят производителей суррогатного алкоголя. В 2016-м в области от него умерли 60 человек, а в целом по Украине больше 70. Сейчас на скамье подсудимых трое харьковчан. Их считают организаторами подпольного производства. Чем закончилось сегодняшнее заседание, знает Светлана Шикера. Тамара Борисовна приехала в суд из села Иванчуковка Изюмского района. В сентябре 2016-го ее сын купил в сельском магазинчике бутылку коньяка ко дню рождения. На следующий день умер. Магазин по-прежнему работает. Они даже извинения не попросили. Вы представляете? Не попросили. Они не виноваты. А я бачила сама лично, как в ту ночь, когда моего сына повезли на Харьков, они вывезли алкоголь. Только в Иванчуковке от суррогата умерли 3 человека. Всего же осенью 2016-го от отравления суррогатным алкоголем в Харьковской области скончались 48 человек. Сегодня на скамье подсудимых трое подозреваемых в организации производства фальсификата. По данным следствия, суррогат убил 12 человек. Семеро отравившихся выжили. Они брали цей метиловий спирт, розводили його звичайною водою, у певні пляшки добавляли коньячну есенцію, тобто робили з нього нібито коньяк, розливали або у тетропаки, або у звичайні пластикові пляшки і продавали або через пошту. Подсудимые все отрицают. Один из них, Артем Тесленко, объясняет, сам спортсмен, алкоголь не продавал, а то, что нашли у него дома, это заготовки ко дню рождения. Я не участвовал ни в каком производстве. У меня дома могла находиться моя водка, которую я лично употребляю. Смотрите, у меня день рождения 30 сентября, а приняли меня 27-го. Как вы думаете, у меня должна находиться какая-то алкогольная продукция? Ярослав Артюх – таксист, который доставлял суррогат в магазины. Вы понимали, что вы везете? Алексей Шаустюк – лидер группы. По данным следствия, именно он наладил из Северодонецка поставки метилового спирта, из которого делали водку. Мы не делали его. Фискальная служба просто всех побила, все подписали, все. И сидим тут 16 месяцев. Что, не знаете, как это делается у нас в стране? Два человека на нас указало, что они брали якобы у нас, и все, мы теперь посидим, сидим. Рассматривать дело по сути сегодня так и не начали. Не явился один из защитников. Кроме этих троих подозреваемых, отвечать за смерти людей будут и продавцы. Около десятка уголовных производств уже рассматривают районные суды. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков.